Ребят, вот мы с вами на море находимся. Елки или ели вот такие растут с большими шишками, с такими огромными кедровыми орехами. Пляж такой небольшой здесь есть. Вот там и Черное море. Смотрите, вот в той стороне, видите, такая черная туча. Эта туча ушла на город Сочи. То есть там такая сейчас чернота. Мы сейчас выбираемся на более чистое место. Это вон с той стороны, справа у нас. Людей никого нет на море, потому что дождь. Покажу, как и что здесь есть, ребят. Вот такая погода, вот такое оно море у нас. Сейчас развернусь, вон оно там сзади. Вон туча сзади, видите, какая большая, сильная. Вот такая красота нас окружает. Люди вон начинают спускаться, наверное, сейчас купаться будут. Такой маленький пляж. И водички, давайте к воде подойдем. Я сейчас вам покажу воду, попробуем быстренько. К самой водичке спустимся. Вы не против, надеюсь? Я всегда воду трогаю. Давайте послушайте журчание моря. Черного моря. О! Блин, волны сильные, можно намокнуть, конечно, сильно. Давай. О, вот она наша водичка. Следующая волна. Опа. Ох, хорошо. Красота, ребят. Мы на море. Черное море сзади нас. Все, идем наверх дальше. Немножко погуляли, тоже походили, посмотрели, как здесь все выглядит. Поднимаемся наверх. Сейчас покажу лестницу, по которой я ходил, а вы посмотрите. Высоко, точнее, низко спускал. Сейчас будем подниматься туда же, на самый верх. Вот по этим ступенечкам. И вот туда, вот на самый-самый верх. Сейчас мы с вами пойдем. Есть такие пляжики, видите? В Сочи, получается, они такие небольшие. Вот так выглядит все это на подходе к пляжу. Елочки. И вот такая лесенка. Запах хороший, конечно, классный. А? Шишки не достану, шишки восковаты. Прыгать надо за ним, прыгать не буду. Черноморское побережье. Красота, да? Как мы зашли? А, я вот там зашел. Охранник ходит. Сейчас зайдем сюда. Вот так я зашел. Сейчас покажу вам. Блин, скользко. Ливень пролил. Все, ребят. Вот оно, Черное море. Всем пока и удачи. И поехали. Бум.